Холушки Амигос, продолжаем шаркать тапочками по дополнению для злого флизелина. И чувак по имени, под ником Питер Пьютершмидт подсказал, что теперь можно отключить черные полосы без... Кто это говорит? Отключить черные полосы без приближения камеры, то есть без зума. Немножко непривычно стало после того, как я отключил эту функцию, конечно, но зато... Не, то есть из минусов, что стало непривычно, из плюсов, что теперь задница главной героини попадает в кадр. А женская задница, упакованная в джинсы, всегда становится подтянутой. Так и хочется ее помацать. Куда ты смотришь? Эй, а почему меня забрали? Ай, ты курица, она что-то хочет сказать. Меня забрали управление камерой, я аж растерялся. А, но я хочу сказать, что с удалением черных полос с экрана игра кое-что немножко потеряла, на самом деле, в картинке. Я не знаю, как это объяснить, но... Она, знаете, перестала смотреться как кино. То есть, возможно, что я недооценил эти черные полосы, и на самом деле они не так уж и плохие. Они добавляли игре немного атмосферности, что ли, вот действительно, вот редко употребляю это слово вроде как, но вот действительно черные полосы этой игре кое-чего добавляли, но все равно я останусь при своем мнении, что черные полосы это для больших экранов, для очень-очень желательно больших экранов. Но вы можете в комментах не забыть выразить свое мнение по поводу черных полос в игре. В конце концов, это шутер. Здесь частенько надо быстро реагировать на смену ситуации. Вот и бусинка. Красноглазая моя. Пошла отсюда! Я хотел нажать фонарик. Я хотел нажать фонарик, а вместо этого кошка просто чуть не отправилась в полет. А это, я так понимаю, сохранение за детектива Кидман. Себастьян Кастелланос присаживал задницу на электрический стул, а детектив Кидман садится и слушает мурчание этой черной липучей кошки. Самая проститутская порода на этой планете это вот эти черные-черные кошки. Да, все. Надеюсь, она не перешла мне дорогу. Не то чтобы я верил в приметы, точнее. Я вообще стараюсь наоборот. Услышу какую-нибудь очередную примету, блядь, делай наоборот. Особенно радует примета, что нельзя возвращаться назад, когда вышел из квартиры. Знаете, херовая примета не вернуться назад, если ты забыл, например, плеер и куда-то едешь. Это к дерьмовой поездке без музыки. Вот 100% рабочая примета, я вам базарю. Не вернулся за плеером, едешь без музыки. Не вернулся за телефоном, ехал на какие-нибудь блядки там или на свет. Эй, твою мать. Я пытаюсь вникнуть. А это она вспоминает слова своего босса, который сюда отправил. Вот, если забыл дома телефон и не вернулся, есть хороший шанс, что вы не сможете встретиться с человеком, с которым договорились. Я как вспомню раньше эти свидания, блин, без телефона, это ж просто шандец какой-то был. Так, я так понимаю, что здесь надо начикать что-то... Ой, там трупашник лежит. Надо сваливать, хватит. Что она делает? Она себе распечатала какой-то пропуск формата А4. В смысле? Что значит поможет, не поможет? Нахрена тогда вообще? Там кто-то прошел. А, тут камеры висят наверху. Типа можно посмотреть. Но мы-то знаем, кто там прошел, в принципе, и так.
Прекрасно и отлично. Или это кровь из трупа так вытекала? На камерах никого нету. Знаете, я вот, кстати, еще пару слов об атмосфере. Я, честно, атмосферу чувствую только в хоррорных играх. Вот я могу сказать, что игра получилась хороша и атмосферно. То есть я могу оценить, как разложены трупы, как оформлена расчлененка. Это я могу. Ну. Кто-то же сюда должен вщемиться сейчас. А я не все нажал, наверное. Или хер его знает. Я что-то двери с пропуском не вижу. Ну, по-моему, мне надо залезть в вентиляцию, по вентиляции пройти. Только хер тут куда пройдешь, я так понимаю, да? Бич тут что растянулся. И не у кого ствол забрать. Вот это настоящий отстой, конечно. Так, а может я теперь могу компьютером воспользоваться? Нет, не могу. Да что же от меня хотят-то? Чтобы я что сделал? Попробуем... А! Черт. Это же дверь, а не стекло. Чертова графика. Вот. Вот отсюда я вижу, что это стекла. Какие проблемы... Какие проблемы... То есть... Ай, боже, ладно. А, блядь, нахуй пошел! Ёб твою мать! Пиздец нахер! Сука, блядь! Косяк моих глаз, я хотел сказать. Теперь это косяк моих нервов. Так. Нет, ну это, блядь, действительно пиздец какой-то. Там же не было на полу никого вроде. Вернее, там везде трупы. Там ходишь, не ходишь, наступишь на парочку. Я слышу звук ходьбы. Но не понимаю, кто идет. Так. Этого я обойду. Нет, знаете, вот тот выглядит более мертвым, чем эта баба. Ебать. И тут нахуй у меня просто кишка лопнула, блядь. Не выдержав. Блять. Ёбаная ты стремота. Техника. Ой, ёпты. А, рука-то зажата. Классно, классно. Мне нравится. И чего? О, они сейчас будут драться за корм. Или это самец и самка, они будут спариваться. Ох, ёбаная, сколько их там. Блять, да как ты отлипни нахуй от спины? Какую кнопку я приседал? Ёбаный, блядь, контроллер, а. Сука, вот тупое управление, честно говоря, на джойстике. Или я тупой. Что вероятнее. Просто, блин, я сейчас в три игры сразу на джойстике играю, везде все по-разному, у меня в голове просто натуральная каша, блин, происходит. Так, ну тут я вроде по-быстрому. Давай, сисурите. Все-таки тупо ведут себя эти броненосцы. Или что это? Ребра, 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 ребра-носцы, блин.
Посмотрите, как у него ребра. Я смотрю, что монстров здесь куда больше, чем в оригинальном сюжете за Себастьяна. Себастьяну просто еще повезло. У него был арбалет агония и всякие пушки. Так, ну если они не будут выпрыгивать резко, то в принципе ничего. Да, поэтому давай молча ходить. Он слепой. А ты глаза у него видела? Это все немножко, знаете, так в стиле Outlast'а на самом деле. Когда ходишь, у тебя фонарик есть. Тебя все могут убить, а ты не можешь никого. И это очень прикольно. На самом деле хоррор страшный именно тот, где нету никакого оружия. Как только у тебя какое-то оружие есть, и ты можешь врага убить, ты его просто убьешь. А когда надо от него сделать сейбл регулярно в неизвестном направлении, это уже вообще другой базар. Это другой уровень испуга. Особенно если скримеры. Ну как, вернее, это атмосфера того, что у тебя нет оружия. К этому добавишь небольшой скример. То есть он его трахает, походу, этот труп. О, добавляешь скример, из жопы вылетают кирпичи просто, не знаю, кирпичными кладками целыми. Давно я столько щебенки из штанов не вытряхивал после игры. С самого, наверное, Outlast'а. Нет, с самого Итана Картера. Вот там, где по пещере ходишь, там же тоже не можешь никого убить, зато если тебя, если ты нарвешься, то там такой скример вылетает, что мама не горюй. Так, здесь опять голова этого сейфа. И цифр как-то стало совсем много. И чё? В чем суть-то? Надо сделать. Зажечь все лампочки, видимо. Это первое, что приходит. Нихуя себе. Первое, что пришло мне в голову, это загадка с лампочками. Случайно, конечно, получилось. Никакой логики в этой загадке я не заметил. Просто примерно запоминай, ориентируйся. Короче, херня. Так, почему мы не можем взять бутылку? Потому что у нас одна уже есть. Одна бутылка есть, а пакета нету. И карманы на женских джинсах не предназначены для того, чтобы туда что-то класть. То ли у них жопы толстые, то ли карманы маленькие. Но я уже выдвигал гипотезу, что карман нужен для того, чтобы через него яйца чесать. А если чесать, нефигу. Приманивание врага я знаю, но я не хочу их приманивать. Так, он на пути на моем. На моем пути. Темный лес стоит. Пиздуй отсюда. Нехороший человек. Обманули каракатицу. Я буду называть их каракатица. Так, а сейчас я включу, и мне точно жопа. Это же звук. Они что, не слышат? Я думаю, здесь главное не бздеть. В обеих смыслах. Во-первых, это шумно, во-вторых, будет долго, если слишком сильно ссать этих уродов. Сказал я себе. Они сразу заволновались. Я думаю, они успокоятся через какое-то время. А может быть и нет. Скорее нет, чем да, я думаю. Что ж, посмотрим на смерть в упор. Вот ты какая смерть детектива.
Может, он слепой. А может, он тупой. А тот далеко патрулирует. Вот и за что я не люблю стелс, это за то, что надо засекать маршруты. По мне так это... Не совсем интересно, а совсем не интересно. Здесь даже подсвечены безопасные зоны, куда это чмо, видимо, не заходит. О боже, он не зашел. Щекотливо. Он услышал, как она охнула, когда кинула. Твою мать. Эту бутылку надо было бросить так, чтобы он оказался за дверью. Но это невозможно сделать с того места, на котором, сука, я стоял. Загрузка 01. Присяга. Ни хрена себе присяга. Блять, еще и как далеко-то, пиздец. Почти в начале этой всей хуйдристики. Блин. Нахрена на таких миссиях, где фейл может случиться просто мгновенно, делать дальние чекпоинты. Давайте, сикарашники, блин, шустрее. А, подождите, я не в ту херню вышел просто. Могу попробовать выйти сразу сюда. Нахуй там. Нет, я вышел. Видите, вот-то тележка. И что она здесь? Нахрена она мне нужна-то? Прохода за ней нету. Я его тележкой переехал. Фига как это эффектно. Блядское управление. А, блядь. Боже, говнище. Так, я снова здесь. На этот раз я не запутаюсь в этих верхних кнопках, их триггеры, хренигеры, теремакусы. Вот что значит, кто всю жизнь играл на клавету, сразу на джойстик. Да ёб твою мнеть. Вот сходу на джойстик не перейдет. Зафейлюсь, походу. Главное до них не дотрагиваться. Если они дотронутся, они, сука, сдетонируют. Они не нападают, они взрываются, как мы заметили. Я думаю, все уже. Поэтому можно пытаться пройти рядом с ним, но надо помнить, что если что, он бомбанет. Видимо, эти ребра выполняют у него функцию антеннок, с помощью которых самец заманивает сам на оспаривание. Если за антенку заденешь, он спарится, сука, с тобой. Я надеюсь, он сюда не заворачивает. Так, этого я раздавил. И аллилуйя, я в домике. Да тут просто тропа войны, мать его. Как все сложно. Хоть эта, сука, на каблуках не примчалась. Так, сканируем мой мозг, да? С помощью аппарата для рентгена зубов, походу. Не, и просто МРТ за секунду сделали. Профиль мозга. Какие те двери, которые я уже не помню, где находятся? Вот радость-то.
А лифт сюда не приедет, если я еще раз руку приложу? Я-то думал, что мне надо назад идти. Хорошо, что меня осенило просто вот в последний момент. А, так это короткий путь всего лишь. Так, какой-то из них, сука, схватил меня в прошлый раз, сука. За ногу, блядь. Что-то стекло разбито, я не разбивал. Сейчас, походу, будет какая-то заподлянка. Не зря ж тут эта хуйня. Детектив сразу научилась бегать. Ох ты, пидарас. А он далеко. Куда он только здесь взялся, сука, падла? А этот ушел? А этот ушел. Сел на трамвай, желтый, и ушел. Я в домике лошара. Да, захват. Аж дух захватывает. Вот эта игра. О божечки. Что? На нас напал жидкий терминатор. Помните во втором терминаторе? Так он сверху там. Что-то Кидман дышит так, как будто сейчас что-то случится. Нет, меня тут бусинка защитит, если что. Да, Буся? Сохранюсь-ка я. В конце концов, не часто я в этой игре вижу это. Эти диваны. Еще знаете, что важно в этой части? Один из ее плюсов это в том, что убрали элемент прокачки. Здесь теперь нету скиллов этих дебильных, откровенно. Типа больше спичек носить. Вообще убрали тематику со спичками. Ну, потому что никого здесь нельзя убить. Это тоже плюс, потому что я вообще нахер не понял, зачем. Но только если бой с боссом, с той тёлкой, которая два раза за игру на вас нападает, только там надо трупы сжигать. Тем не менее, я думаю, что серия 25 минут где-то нашла. Я думаю, что хватит. Всем спасибо, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адью.